Гамбургская порода кур отличается компактностью, осанкой, окрасом и индивидуальным характером. Несмотря на декоративность, порода выносливая и продуктивная. Она появилась в 1740 году, но популярной стала гораздо позже. Перевозили кур через порт Гамбурга, отсюда и название породы. Немецкие селекционеры выводили декоративных кур, приспособленных к сложному климату, с высокой продуктивностью. Гамбургские куры имеют изящное тело с изогнутым силуэтом. Перья кур растут плотно и спасают от холодов. Самым распространенным является пестрый окрас. Вес петухов 3 кг, кур 2,5. Созревают они в 4-4,5 месяца. Яйценоскость составляет 195 яиц в год весом 60 граммов. Для повышения яйценоскости световой день повышают до 14 часов. Зимой их также следует выпускать из курятника при температуре не ниже минус 15 градусов. В самом курятнике поддерживается температура от плюс 6 градусов, оптимальная 12 градусов. Яйценоскость в первый год максимальная, затем снижается. Гамбургские куры не только украшение двора, но и источник яиц и мяса. Цыплята породы стремительно растут и развиваются. Курятник нужен теплый и чистый. В нем нужно обеспечить освещение и вентиляцию. Подстилка должна быть сухой и чистой. Летом организуется свободный выгул. Выгул зимой осуществляется до 3 часов в день. Кормят кур трижды в день. На одну курицу приходится 100 граммов корма. В корма включаются различные добавки. Куры породы плохие на сетке и потребуется инкубатор или наседка другой породы. Цыплята стремительно растут и к 2 месяцам полностью оперяются. Выживаемость цыплят 90%. Молодняку выделяют вольер, который переходит в просторный птичник, так как цыплята очень активные. Кормят их через 3 часа. Дают яйца, комбикорм и зеленый лук. В 2,5 месяца их переводят на общие корма. К преимуществам породы относятся экономия кормов из-за небольшого размера птиц, высокая выживаемость, раннее созревание, крепкий иммунитет и привлекательный экстерьер. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.